таковы. Я выкинул из главы, из дома, из карманов и из головы. И очень скоро вы увидите большую разницу. Ну а пока идите в задницу, просто идите вы все в задницу. Сегодня только пятница, сегодня только пятница. Мы сегодня находимся в городе Лыткарино. Сегодня Альтерфест, рок-музыки, ежегодный фестиваль. И сегодня у нас в гостях отдел кадров. Вот, давайте познакомимся. Как вас зовут? Петр. Меня зовут Игорь. Ребят, скажите, пожалуйста, вам сегодня все понравилось, мероприятие? Как сыграли? Как что? Как настроение вообще? Настроение отличное, сыграли, в принципе, неплохо. Довольны и проведем фестиваль. Спасибо большое организаторам за данное мероприятие. Будем ждать остальные группы, послушаем, как прозвучат они. Слушай, с бацей, может, вместе как-нибудь, да? Вполне возможно. Вот, слушайте, а на каких еще выступали там в ближайших концертах? Где, в каких городах, может быть, какие-то гастроли? Ближайше, когда ездили, был фестиваль рок-музыки «Без лишних слов», назывался в городе Ковров. Ездили на тысячелетие города Ярославля, когда был. Выступали там также на фестивале. Также выступаем в различных клубах в Москве, в Коломне, и у себя, соответственно, в городе Рязани. Ребята, а вот так вот, чтобы зажигать постоянно на сцене, что-то так кричать, надо чем-то стимулировать себя, или вы все ведете трезвый образ жизни, за трезвый образ жизни, не употребляете наркотики и прочее, прочее. Крик толпы – это лучший стимулятор. Сегодня у нас в гостях была рок-группа «Отдел кадров». Всем привет, пока!